Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Несмотря на то, что многие ученые думали, что эволюция человека остановилась еще до правления фараонов, новое исследование говорит о том, что этот процесс идет быстрее, чем можно было себе представить. Обычно, когда срединная артерия исчезает, на ее месте образуются две другие артерии, лучевая и локтевая. В настоящее время ученые наблюдают увеличение случаев, когда у людей остаются все три артерии. Распространенность такой особенности началась примерно в 1880-х годах у 10% населения, но к ХХ-веку она возросла до 30%. Команда обнаружила, что этот сосуд в настоящее время присутствует у 35% людей, и теоретически люди, которые родятся через 80 лет, будут точно иметь срединную артерию. Доктор Тихан Лукас, один из авторов работы, сказал: «Анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых с 18 века, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается. То, что мы видим сейчас, указывает на значительный рост за довольно короткий период времени, когда речь заходит об эволюции. Это увеличение могло быть результатом мутации генов, участвующих в развитии средней артерии, или проблем со здоровьем у матерей во время беременности, или того и другого вместе. Если эта тенденция сохранится, то к 2100 году большинство людей будут иметь срединную артерию. Команда ученых предполагает, что наличие срединной артерии выгодно организму, поскольку она увеличивает общее кровоснабжение и может быть использована в качестве замены при хирургических вмешательствах в других частях человеческого тела. Старший автор работы профессор Маци Хинеберг сказал, что это является прекрасным примером того, как мы все еще развиваемся. Интересно, что эта артерия не единственный показатель того, что люди все еще развиваются. Сейчас все чаще фиксируются случаи, когда люди рождаются без зубов мудрости. Команда говорит, что это происходит из-за того, что человеческие лица становятся меньше и в них остается меньше места для этих зубов. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.